Мы все, друзья, состоим так или иначе из вибраций, уплотненных до энергии, уже энергия уплотняется в материю. Вибрации – это есть все. Вокруг нас и мы сами, наше общение, наша коммуникация идет через вибрации. Все состоит, весь мир, все, наши эмоции из вибраций, звук из вибраций, мысли наши тоже вибрации, тело наше, это уплотненная вибрация в энергию, а энергия уплотняется до материи. Так что вибрации — это все в нашей, не сказать, что это много для нас значит, это практически ничего не сказать, кругом одни вибрации, это нужно понимать. Это нужно понимать, люди. Нужно пить воду, чистую воду. Не мертвую воду в бутылках. Не кофе, чай или другие какие-то жидкости, квасы, морсы. И уж не дай бог алкогольные напитки. А воду. Она имеет энергию, память, имеет минералы. Она только и только она впитывается в кровь. Все остальное в кровь не впитывается. Вы оставляете свою кровь без воды, когда пьете другие жидкости. Я минимум 2-3 стакана выпиваю. Иногда 4-5. Это большие стаканы. Я всем крайне рекомендую пить воду, как можно пить других суррогатов меньше, а лучше вообще не пить. И, конечно же, не пить совсем алкоголь, вообще не пить его и не курить. Ну и про наркотики я даже и не говорю. Алкоголь употреблять, вы поймите, если вы хотите на Божью помощь рассчитывать, вы должны понимать, в чем она. Она через канал совести приходит. Это и есть Божье провидение, канал совести. Если вы выпьете, вы уже сразу не сможете рассчитывать на Божье провидение как минимум 3 года. Пожалуйста, пейте дальше. Оставайтесь неразумными зомби, адаптированными только для социума, но не для жития по совести, не для счастья. Вы никогда не обретете счастье, если вы не будете разумно жить, не будете жить по совести. Это вибрации, вот в данном случае, составляют вибрации наших чакр, от самой нижней к самой верхней. Вот тут вот вторая чакра. Звучание второй чакры. Их 7, как 7 нот, как 7 цветов. У нас убирают это, убирают из нашей культуры вибрации, звучание. Мы нигде не слышим. Мы не ходим на концерты, мы не слышим, значит, оркестров, мы не слышим хоров. У нас этого нету. Ну, вы купите билет там раз в год, а может быть раз в 5 лет сходите куда-то. Каждую неделю, хотя бы каждый месяц надо ходить. Понимаете? А может быть каждый день даже заниматься чем-то. Эти вибрации важны, и свои, и самим вибрировать. Значит, очищая организм от... Не организм, извините, это разные вещи. Не организм, а именно тело. Свои нейронные сети, значит, очищать от застоявшихся... От состоявшегося электричества и импульсов, подаваемых от головного мозга. Эти вибрации вычищают, очищая... Эти каналы от нового прихода энергии через 7-ю чакру, именно из Вселенной, приходит новая энергетика. Я не раз говорил, что значит,
канал совести служит для регенерации, очищения, выздоровления, значит, снятия усталости, для отдыха, для полного расслабления. И все вести приходят как раз через канал совести. И когда у вас тело ваше забито остатками этих импульсов электрических, которые порой завязываются в узлы энергетические, и они не дают новому к вам прийти. Отсюда все вот эти вот ожирения. Это не от того, что вы едите. Люди есть много, не особо-то много едят, но они такие тучные. А есть люди, которые постоянно едят и очень много, даже в старости питаются по 2-3 раза в день. И все равно у них все нормально. Ну, вы поймите, дело не в этом. Дело не только в еде. И в еде тоже, но не только в еде. Во-первых, надо обязательно пить воду. А во-вторых, конечно, нужно очищать свой организм. Вот от этих вещей, от зашлакованности, от этих энергетических узлов, которые завязываются в ваших чакрах. Каждая чакра, значит, отвечает за определенные участки вашего тела. А сами они являются посредниками между физическим телом и ментальным вашим телом, энергетическими полями, так называемой аурой человека. Так вот, чакры как раз и прикрепляют ментальное тело к физическому телу по позвоночнику. Все чакры находятся вдоль позвоночника, все 7 чакр. И в каждой из них должна энергия проходить как кровь, в кровеносной системе вашего физического тела. Так и энергия – это кровь астрального тела, энергетического. Чакра солнечного сплетения. Она отвечает за вашу позицию в этом мире, за вашу уверенность. Очень важная. Она средняя такая получается чакра, которая уже вроде как одухотворенная такая идет. Она подпитывается и снизу, и сверху. От нижних чакр и от верхних. Поэтому она и называется солнечного сплетения. Потому что там все уже, вот на ней все как бы и завязывается. Духовное и физическое переплетается именно в ней. А вот уже чакра сердечная, она уже ближе к одухотворенности. Хотя все равно отвечает за кровеносную систему, за жизнь во всем теле. Но она уже вдыхает в тело духовность, во все тело мысль. Без мысли ничего невозможно, даже течение крови и течение жизни любой клеточки. Везде должна быть мысль. Вы должны чувствовать, вы должны прийти в такое состояние, что вы чувствуете, вы реально чувствуете каждую клеточку своего организма, вы ее управляете.
должны прийти в такое состояние, когда эти вибрации вы чувствуете не только вот когда чего-то касаетесь, вот так я, конечно, чувствую, а вот так вы должны чувствовать. Вы должны чувствовать все эти вибрации звука и распознавать их. Распознавать. Сердечная чакра. Так звучит сердечная чакра. Люди от нас много чего скрывают, очень много, на протяжении, собственно говоря, всего периода человечества. В СССР очень многое, конечно же, скрывали, поймите. И сейчас скрывают, и в России царской, и при Петре всегда скрывают, всегда давлеет над нами система. Всегда. Но вы поймите, она, конечно же, не только над нами давлеет. Но нужно понимать, что эта система, она подбирает ментально, традиционно, через религии, через ментальность данных народностей, государств, людей. Она подбирает, как лучше всего для них управлять. И нами она управляет так, как не управляет другими. Поэтому другим кажется, что в России хуже всего. Хотя приехать к ним туда пожить, посмотреть, попробовать, понюхать, и вы поймете их проблемы. Что у них там проблем, возможно, больше, чем тут у нас. И в основном кто об этом говорит? Вот что здесь в России плохо, я бы ни за что... Те, кто уехали отсюда, они пытаются себя оправдать.